Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, и мы продолжаем прохождение Spec Ops The Line. Это какая часть? Восьмая вроде, да, восьмая часть. Итак, мы тогда остановились на самом экшене, и мы продолжаем наше прохождение на нашем экшене. Ничего, пока я в сортир скажу, ты там помочись. Нет, не в том смысле, пописай, а помочись, постреляй. Кстати, вот эти солдатики, они в броне, их немного тяжеловато убивать. Итак, это... Какая у нас глава-то, я уже не помню. В общем, мы все ближе-ближе подходим к концу игры. И сейчас наша задача... Это захватить вертолет. Это вот делается вот так. Кто в дверях? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, они сдохли. Давай, прикрой. Че, у меня липучки, что ли? Ой. Не, липучки я тратить не буду. Хэдшот. Черт, у меня уже снайперка есть. Хирок. Хирок. Слушай, а тут что стоит-то? Вон. И далее? Ой, теперь у него башки нет. Блин, я этого не могу задеть. Ты прям в яблочко попал. Так, ну, Луга, ты чё нас не прикрываешь? Ты офигел, что ли? Давай, прикрывай. Красавчик. Разберешься. Я бутылки тут уронил, ничего, да? Да не мучайся. Мочи его. Прикрывай, прикрывай. Вон, мочи этих засранцев. Ты чё? Который вот на мосту. Вон, на тебе цель. Так, у меня по патрончикам по нулям. Чё, ребят, ребят, дайте мне чем-нибудь. О, спасибо, спасибо. Ой, спасибо, какие щедрые. Вы прям такие щедрые. Так, а, мы же назад вышли, да. Кто там такой смелый? Кто там смелый такой? Покажись. Это я бегу, а не мы. Кстати, глушак-то можно снять, чтобы поубойнее были патрончики. Где? Кстати, этот ящик вроде взрывается. Фух. Спасибо, Адам, слушай, выручил. Не, он вроде взрывается. Да мочи ты эту засранцу, что ты стоишь? Все только я должен. Короче, он взорвется только когда мы за вертушки. Это что за нафиг? Ты откуда взялась тут такая дорогая колючая проволочка? Так. Чувачки, чувачки. Черт. Да блин. Возьми ты, возьми. О. Какое подкрепление? Кто разрешил? Я также в колде бегу. С ножом. Согласен. Итак, ну чё, чуваки, кто там хочет мой... Опа. Кто там хочет дробину получить, а? Кто? Никто не хочет? Все очкану, что ли, таки? Прикрывайте, чувачки. Так, кто там такой смелый? Кто там? Кто хочет получить? Опа-на, минус один. Юху! Красиво было, да? Так, сейчас нам надо будет прикрывать луга. Кто там стреляет такой? Ну да ладно, сядем за вертушку. Адам, заводи! Есть. Ты чё, на пилот, что ли, учился? Давай. Луга, шевелись! Я уже бегу! Прикройте! Сейчас прикроем!
А, это лук, блин. О, я бы такой пулеметик бы с собой потаскал. Будь я терминатором. Где цель? Укажи мне цель. Теперь твоя очередь отмечать мне цель. Эй, это че ща было? Ну, Луг, ты уж вообще там не расслабляйся-то. Ну, видали, все разрушается. Ну, прям Battlefield 5. Ха-ха-ха-ха-ха. Я просто терминатор. Патронов-то сколько на нем? Офигеть. Тяжелый пулемет. Еще обзовите, что это турель. Так, где, кто меняет позицию? Какая цель? Где? Вы хотя бы отначайте мне цель. Прикрываю. Слушай, Луга, а ты чё съел-то? Какие таблеточки? Ты чё-то белый у меня. Достигнута контрольная точка. Не, вертолет здесь какой-то неестественный. Вот в армии 2 там верт вообще что-то. Особенно мишки. Но ты прям вообще крут. Смотри, даже пальму можно сносить. Оп, видали, видали, чем можно. А в батле такого нельзя. Но на самом деле я не знаю, я там деревьями не увлекался, чтобы их сносить. Так, что нам тут нужно? Расстреливать чувачков? Я уж не помню нифига. Тарелка. Тарелку не сносится. Не, это не батла. О, как красиво все разрушается. Ой, ой, ой. Это не я. Это случайно. Да кто там такой смех? Кто стреляет? Скажите мне, кто стреляет? Отлично, держись. Ты лопсями ты не заденешь, что так близко летаешь? Всегда вертолетчики такие этот. Пилотом мастера вообще. Где турель? Где турель? Турель, турель. Где? Где? Покажи мне. А, ты у нас такой смелый. Бубах, бабах. В смысле? Выполняй. Окей, босс. Я знаю, я этого и добиваюсь. Кто там стреляет? Ты что ли? Засранец. Взяли башню. Достаточно по одной тарелке стрелять. Все, пошла, родимая. О, о. Я только в кино видел. Еще как заметить, заметить. Ну что, полетели, хары тут развлекаться. Гости, какие гости? Сейчас разберемся со всеми гостями. Почему этот меня не уведомили? Где приглашение? Кто разрешил? Стойте! Стойте, это неправильно! Слишком поздно! Но мы ведь это уже сделали! В смысле? А, твою мать! Слово! Спросите их уже! Принято! Вот, и тут мы как раз начиналась сама игра с этого момента. То есть, если вы помните, смотрели с первой серии, то как раз мы начинали эту миссию. И как бы показывал, что произошло. Никто сюда не летит. Успокойся. Пилот начал. Какой-то Little Bird.
маленькая птица. Переводит с английского. Полегче, полегче. Чуть не попал! Уокер, сними его! Сейчас сниму. Такой звук, как чайник. Вот знаете, там раньше чайники были. Свистели, которые. Да много их тут, не сы. Эх, нифига себе, ты летаешь. Да стреляю, вы чё там? Чё у меня экран весь красный? Ну-ну-ну-ну. Бабах. Ой, как красиво. В смысле, упал. Да-да-да, буря. Да, вот ты слишком. Ну. А не смей, не убивай. Красиво. Да, ты псих. Как вы тут группируете? Вот так вот. Да вообще этот Уокер какой-то. Слишком уже все у него там. Мозги потекли. Отдал приказ в этот, в бурю. Такое вообще. Я так и не убился, что это за хрень вообще. Ну, давайте же пойдем по пути. Что? Кто это? Это кто вообще? Кстати, у меня персонаж сам идет. Я один раз нажал, и вот он не идет. Так, это кто? Чуваки, которых мы не спасли, что ли? Я хотел вас спасти. Ну а кто виноват? Луга! Помоги! Перед тем, как ты прибыл в Дубай, живых было 5000 жителей. Сколько осталось на сегодня? А сколько доживет до завтра? Я считал своим долгом защищать город от бури. Я ошибся. Его нужно было защищать от тебя. Уокер? Твою мать, Уокер, если ты жив, ответь уже. Глава 13, Адамс. Что? Это Адамс, твою мать. Ты где вообще? Пока не знаю. Как всегда с Диглом. Луга с тобой? Нет, молчит с момента падения. Черт. Мальжистик. Где? Иди на дым. Иду к тебе. Итак, нас раскидал в разные стороны. Блин, липучки просрали. Знал бы я. Как ты меня не видишь? Готов, сукин сын. Адамс. Как они тебя этот не убили, ты спиной стоишь к ним. Ну ты вовремя, блин. У меня либо глюк с наушниками, либо у меня уже слух херовый стал. Мне доносятся, мне кажется, наушники. Доносятся звуки с этого. Пробел лечить, перемахнуть. Лечить, конечно. Вот, в общем, ну я как уже говорю еще раз, звуки. Стреляют впереди, а доносится, как сзади стреляют.
погодите и стреляйте. Кто ты? Так, гранат. Че у нас по гранатам? Только еще раз попробуйте киньте. Все как разбежались. Это что, все что ли? Минус троих. Как я ему бушку-то разнес. Настоящие чуваки с пистолета могут всех вынести. Видали? Хоп-хоп. Косой я. Куда они заходят? Ты хоть стреляешь, Адамс? Ты куда я выбежу? Видали, как он стреляет? Стреляет прямо, а сюда попадает. Да хватит в него стрелять. Да, Desert Eagle вообще классный пушечек. Мочи эту засранца. Че у нас по патрончику? Ах ты говнюк такой. Согласен, получил засранец. Нужно идти, сможешь? Я в норме. Хорошо. Кстати, классно, вот эта винтовка 417. Мы еще можем спасти этих людей, я не позволю нам помешать. Класс. Да кого ты спасти собираешься? Чушь какую-то гонишь. Так, Desert. Нам нужно патроны для вот этой пушки 417. Да вот, машины стоят, че у них нельзя что ли сесть, ёлы-палы. Сел, поехал. Дороги-то вроде есть. Или нет? Или есть, или нет. А, пофиг. Ну да, конечно, надо сейчас крутую походку. Где вас носит? Меня прижали. Оружия нет. И рука сломана. О. Луга! Луга! Черт, он умолк! Судя по сигналу, он на севере. Эти люди дожили до конца света. Воды нет. Еды нет. Надежды тем более. Друзья, семья, все мертвы. Они живут в аду, но находят время насладиться ароматом увядающих роз. Я понимаю, почему полковник делает то, что он делает. Но если эти люди все еще способны творить, значит, у них есть еще душа. Значит, он чего-то не понимает. Я много думаю о Мюрроу. О том, как он вещал из разбомбленного Лондона. Он помогал людям. Доказывал, что нацисты их не сломили. Тут стоит грузовик. В нем есть старая рация. Раздобыть бы еще пару динамиков и... Ах, было бы здорово. Хоть что-то. Идем. Че, хоть что-то? Так, сейчас Лугу будем спасать. А его там зажали. Ну ты что такое? Камушек. Внимание, давай! Там за лодкой снайпер. Не доставьте, подойдем ближе. Он мертв. Да, вот такие. Он на виду! Я под обстрелом, твою мать! Где снайпер? Ну слушай, ну ты... Ты чё этот? Как нифиг делать там. Готов. Кто следующий? Не высунуться. Слушай, ну ты хотя бы постреляй в кого-нибудь. Он надоел уже. Я снайпера вынес. Еще не хочет наноситься. Ну чё ты напердел здесь, надымел тут, а? Пердушка старая. Адамская. Адамская пердушка. О, отлично, я тебя звать буду. Адамская пердушка. Так, где этот снайпер хер? Наконец-то. Мать твою. Мою? Может, твою? Так. Кто у нас остался-то? Где? Кто стреляет? А, у нас патрончиков-то немного, что этот
стреляюсь. Хэдшот. Эй, я тебе 3 раза в шею попал. А мы хоть бы хны. Это... Винтовка-то мощная. Как-то не пробивает их. Кто бежит? Ну, мочи его тогда. По патрону у нас вообще херово. Так, мне показалось? Да-да-да. Не показался. Да ты охренел просто, а? Вы видали? Откуда он взялся вообще? Урод, а? Дали такого урода? Ну, ёлы-палы, вот это меня бесит. Уже всех замочил. И нет, блин. Да вот смотри, чё вот они делают, блин? Заходит так. Ну, он наконец Адамс начал стрелять. Нормально. Я пытаюсь выцелить эту тварь. Вынеси ты вот этого засранца, блин. Ну вот откуда они берутся? Вот только что их нету там. Смотри, что делают. Стоят и все. Чё за нафиг такой? На тебе хэдшот. Вынеси этого засранца. Да, разработчики перестарались. Ты куда встал-то? Снайпер еще хрен вынесешь. Один выстрел сделает и прячется. Вроде вынес. Ну, Адамс, блин, у тебя этот пулемет взял там, херачишь во всех. Куда они там вообще берутся-то? Не надоело им это еще война-то, а? Отряд Дельту не могут замочить из 3 человек, офигеть. Целый батальон против 3 человек. Ну, просто Рэмбо какие-то. Перезарядка, прикройте! Что же, неужели там в батальоне такие дрищи вообще солдаты? Цель движется! Дельта на вахте. Ой, М-ка. Сейчас побегу, они такие выбегают. Привет! Скажут сейчас. И убьют. Взрывная эта штука опасна. Боец с дробовиком! Только не говори, что он опять здесь. Враг вне укрытия! Тут ты ее, Адамс. Вот он, бежит! Где он бежит? Покажи мне его. Спасибо, навелся на него. Ты его что там вынес, что ли? Липучка! Враг убит! Хера я попал. Так, что у нас тут? Хе. Прикольно было. Так, ни у кого имки больше нету, да? Да кто стреляет? Движение! С дробовиком идет сюда! Где там движение-то заметил? Так. Ладно, пошли, никого нет. Ну это понятно. Налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо. Меняю магазин. Налево. Движение.
Нас? Это все, Уокер, Адамс, вы еще где-то тут? Да, Луга. Слава тебе, Господи. Где ты сейчас? Укрылся в засыпанной яхте. Фамос. Вокруг нее бродит толпа разъяренных солдат. Не пропустите. Принято. Не высовывайся, мы идем к тебе. Давай, Уокер, сюда идет патруль. Вот они! Херня. Да, я знаю, что будет, когда мы Логу найдем. Не из приятных моментов будет. Выдвигаемся! Да, пошли. Стреляйте с той дыры! В укрытие! Цель движется! Да, вот это вот прям настоящая войнушка, из укрытия тут стреляешь. Я тебя прикрою, давай. Все. Ага, поражена. Вон она там бегает. Чего, чухнет? Чего ты несешь? Это за бред какой-то. Вокер, очнись, блин. Че, у меня патроны закончились? Да ёлы-пол, же были же патроны. Да убейте же этого снайпера! Да, без луга-то тяжело нам. Вот, он, вот будет прикол, если я с Desert Eagle убью. Хотя вот в Call of Duty с Desert Eagle убивали снайпера на большом расстоянии. Убил! Я снайпера убил. Там Адам? Нет. А, я стрелял в столб. Убейте их! Быстро! Так. Блин, эмку только наш. Да погоди, ты погоди, 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 не стреляй, не стреляй. Светошума. А куда? А, нет. А, у меня. Есть, оказывается, все. Патрончики-то. Ой, гранатки. Кто стреляет? Кто стреляет? Кто там такой смелый? Ну, Адам заел и пал, ты бы на бегу там выстрелил бы. Куда ты обратно побежал? О, это странно какое-то, а? И что мне это даст? Я сам вне укрытия. Да и патрон закончится. Где движение? Вот это что ли? Клон? Да нету его уж. Ну ты вообще нормально, через стенки стреляешь. Ну ты читер, Адамс. Враг убит! Проклятый меня сейчас прикончат! Соберись, Луга. Ты можешь перепрятаться? Тут недалеко лагерь беженцев. Подожду там, пока вы освободитесь. Зря. Зря ты туда пошел. Эй, иди сюда. Иди сюда. О, сколько у тебя всего вкусняшечек-то. Да, Луга, ты зря туда поперся. Очень зря. Сейчас вы узнаете почему. Ну не сейчас, чуть попозже. Не уверен, что он выживет. Всего-то руку сломал. Бывало и хуже. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь что-то сказать, говори сейчас. И продолжим работу. Вся операция дерьмо. Согласен. Взорвали башню, полную солдат США. Они не оставили нам выбора. Ты не оставил нам выбора. Что с нами случилось, старик? Ничего. Мы просто солдаты. Понятно. Мне показалось. Вот, он уже начинает нас не слушаться, Адамс. К нам, Страйкер! Быстро к яхте! Осторожно, штурмовик! Смотри, как это делаешь. Ты чё такой смелый? Ты жить не даёшь, что ли? Вон там мудачок. Ну, как всегда, патроны. Вообще, после световой нереально все там. Ты все, ты попал, все. Если ты уши и глаза не закроешь, то все, ты либо оглох, либо ослеп, либо и то, и то. А если закрыл, то нормально все будет.
А им там несколько секунд. И все, они ходят снова. Че ты мне очнись, моли ты вот этого засранца. На, хочу ты. Не подпускайте их! А, так. Ручной пулемет. М-ка. М-ка. Взяли М-ку. И дали стрелять через это. Через стенку. Готов, ублюдок. Готов, ублюдок. Так, сейчас, по-моему, начнется буря. Внимание, приближается буря. Да. Только этого не хватало. Точно. Вот а сейчас он, бежит. Соберись. Осторожно. Враг вне укрытия. Чик-чик-чик-чик-чик. Ты куда ты пошел? Нормально. Тьфу ты, ё. Я гранат хотел подобрать. Ты куда пришел? Вот кто тебе разрешил? Вот кто такой, ёлка? Залез такой. Беловая гранатка. Давай там стреляй, я лестницу стригу. Ну вы дураки или чё? Куда ты вот залазишь? Да, без проблем. Пусть забирай всех. Движение! Чуть не показывает индикатор гранат. Ну вот, ну вы дураки, что ли? Вы на броню, что ли, рассчитываете? Да уйди ты, ёлка. Здесь, значит, этот, стреляют, а они сюда поднимают все равно. Реально человек бы сюда не пошел. Полегчало? Так. Ни капельки. Давай искать Луго. И то правда. И передай ему, что у нас чисто. Эй, Луго, как слышишь? Адамс! Адамс! О, черт! Луго, что такое? Черт! Нужна помощь! Они уже рядом! Бежим, 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 бежим. Че-то сел. Там, Луго. Побежали. Держись, Луга. Луга! Рикардо Римикони! Босса! Босса! Белоком! Белоком! Чёртовы ублюдки! Беги! Готовься. Луга. Стреляй по верёвке! Всем назад! Живо! Убили они его. Поднимайся! Дыши, Луга! Они не понимают! О, боже, дыши! Ну что с ним? Ответь, Вокер! Давай, Луга! Он дышит! Назад, или я стреляю! Ублюдки! Этих мудаков не останови! Нас зажимают! Луга! Молитесь, чтоб он выжил. Отдай их мне. Сэр, позвольте открыть огонь. Мне нужен приказ. Черт. Уокер, просто отдай приказ. Охренеть просто. Здесь два варианта. Либо стрельнут в воздух, и они разбегутся, либо убить их. Но я сделаю так. Убей их. Ублюдки. Вам за Луга, блин. Охренели вообще. Дикари. Но первый раз, когда я проходил, я их не убивал. Я просто воздух стрельнул. И они разбежались. И потом Адамс говорит, блин, ну что ты мне не дал их расстрелять? Я бы их ушатал. И тогда Уокер сказал, говорит, ну, короче, убедил то, что он бы сделал пакость, и тот говорит, а да, извини. Так, на этих козлов мы патрон потратим, но оно того стоило.
Но это тяжелый вообще выбор, честно говоря. В реальности бы я так не рассуждал. Вот что будет дальше. Я убью оставшихся бойцов. Потом убью тебя. Сержант Луга мертв. Этого я не прощу. Ты сам себя обрек. Вот такой экшен у нас. Это финальная миссия. Понятно. А что, разве похоже? Смерть Луга наши враги. Тоже мне. Открыл Америку. Кровь Луга на твоих руках, не на моих. Бах. Все, Адамс, стряхнулся. Ну, понять можно, там такая война, столько пережить, и перестрелок, и как люди погибали, куча. Глава 14, мост. На этом мы заканчиваем наше прохождение, 8-я часть. 9-я будет финальная. Всем до скорой встречи, с вами был Реактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи.